Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, и это канал для старшеклассников. Ой, не получилось. Для старшеклассников. Ну а давненько, ребят, у нас не было нормальной заставки. Вспомним прошлое! Блин, не получилось. Вспомним прошлое! Бой! Бой! Последний бой этого мира! На смерть! На смерть! На смерть! Смерть! Сегодня, ребята, я купил светодиодный светильник. Я вам отвечаю, это светодиодный светильник просто обалденный. Работает он на USB-проводе, подключается он к процессору. Есть у него кнопка включения-выключения. Здесь у него прикручиваются магниты. С одной стороны, ребят, и с другой. Также две пластинки магнитные на самоклеящийся скотч я повесил на угол экрана монитора. И вот сюда, на окно. Теперь у меня есть свет как отсюда, так прямой, так и боковой. Вообще обалдеть. Серьезно, ребят, и также есть кнопочка. Вот тут кнопочку я... Включил, выключил. Ну, просто попенно. К тому же, в комнате, когда так поворачиваешь, светло только в этом углу. Обалдеть. Я доволен. Знаете, где купил? Ребят, фикс прайс. У нас там, да чё, до хера. Я каждый раз туда захожу и постоянно что-нибудь смотрю новенькое. Прям вот люблю я мелочные такие вот... Ой, магнитик отвалился. Блять, нарекламировал, дурак. Ой. Ну, ладно. Это бывает. Он просто боком положил, там очень слабая поверхность магнитится. Ну да ладно, посмотрим. Не будет висеть, другое место приклеим. Тут проблем нет. Кстати, вот тут можно переклеить вот это у нас. Ладненько, в общем, я, ребята, прокачиваю, уже один день остался, випер до 12 уровня качается. А серебра уже нет, 10 миллионов осталось. Потому что можно же прокачивать теперь пушки, как мы все знаем, по 4 часа, да? Вот, пушки, оружие. Разрабы сделали такую ловушку для игроков. Прокачивайте без проблем, пожалуйста, хотели прокачивать, без проблем, прокачивайте. Без проблем! No problem! Прокачивай, прокачивай! А серебра где взять? Купи! Нет, он упал, к сожалению, да. Ну, ладненько, давайте, наверное, попробуем так. Наверное, попробуем так, да. Видно меня наполовину, да, к сожалению. Ну ладно. Попробуем эту штуку тогда переклеить вот сюда. Отлично. Так, мы переклеили. Теперь лепим напрямую. О, все. Теперь не упадет. Посмотрим, насколько меня светло. Видно, да, прекрасно. Вообще, обалденно. Хорошая штука, ребят. Светильник светодиодный, обалденный. Крепится, можно крепить куда угодно. Очень здорово. Главное, что сверлить дырок нигде не надо. Его можно брать с собой, от пауэрбанка можно заряжать без проблем. Серьезно вам отвечаю. Вообще здорово. Блин, надо будет проверить, сколько он может светить от пауэрбанка. Стоит где-то в районе, наверное, 100 или 200 рублей. То есть, стоит закупить таких штук светодиодных, да, и просто, ну, просто тащиться, действительно тащиться. Таким освещением просто в любом месте. Ладненько, такая реклама была светодиодного светильника. Все уже давно знают, а я только сейчас его приобрел. А в общем, серебра нет, а вы покупайте. Я говорил уже по поводу покупания серебра. Сегодня у нас, ребята, в особой поставке пока что ключей этих там звездочек нет. Вчера мы выиграли 300 голды. Были такие люди, которые мне 100% ванговали голду, чтобы у них геморрой начался. Ну вот, спасибо им большое. Задания будем выполнять. Вот такие вот задания у нас. Очки чести, очков чести. За маяк. И уничтожение роботов.
Будем выполнять сегодня. Тут у нас скидки. Быстренько пролист. О, 55 рублей, 600 голды. Здорово, надо прикупить. А, введите пароль. Ну, как обычно. Да пошли вы нафиг. Я его не помню и не знаю. Назад. Так, время 1 час действует. Хорошо, потом купим. И, в принципе-то, все, да? Какие новости? Випер 1, ставите, Випер 2. А хотя новости есть. Мне скинули видеоролик имбецила Кибертриника. Вот. Где он начал гнать на... Короче, какие-то менеджеры по продажам пиксоников, типа админы группы Warrobots.rus, продались пиксам и рекламируют игру РСов. Там они говорят, надо нерфить и так далее. И типа Глокман с ними заодно, и Глокман тоже РСов нерфить. И в общем, рекламщики, пиарщики, продажи. В общем, понес очередную хрень. Я таки замечаю, что не всегда он как бы хрень несет раз в месяц. Мне периодически скидывают видеоролики раз в месяц. Я таки думаю, что он раз в месяц хрень несет. Я думаю, что у Кибертреника очень проблема с головой. И, возможно, он, как обострение начинается, сразу начинает ерунду какую-то городить. В общем, видеоролики я посмотрел. Он обосрал админов группы Warrobots.rus. Ну, незаслуженно. Он просто взял и наклеветал на них, как, в принципе, и на меня. По поводу Глокмана мне вообще насрать, что он там на него гонит. Тоже я лично не согласен с тем, что надо осуждать Глокмана, что он продает пушки. Каждый занимается своим делом. Глокман, рекламщик, менеджер по продажам, неважно. Глокман это официальный стример. И его уже за это стоит... смотреть, да, потому что он выкидывает новые новинки и так далее. Конечно, в манере долбоеба выкидывает, но все равно выкидывает новинки с въебонами и корона на голове. Это 100% у этого Глокмана, да, она и по жизни у него корона, судя по общению. Тот еще, блядь, нарцисс. Ну, а так, снимает видео, есть какие-то проблемы, там что-то заговаривается, обсуждаем. А так, претензий к этому членоногу нету абсолютно. Почему на него взъерошился этот... Я лично по своим, а этот Кибертреник, наверное, у него зависть. Дело в том, что, ребят, на самом деле, живите дружно. Живите, пожалуйста, дружно. Блогеры... Стримьте с блогерами, статейщики, пиарщики, рекламщики, журналисты, дружите, ребята, все вместе. Дружите, лобызайтесь, рекламируйте друг друга, но, блядь, там, в своем мире ЛГБТ. Мой мир, ко мне не лезьте, пожалуйста. Ладненько, в общем, вот такие у нас новости. Ну, а всем, кому понравился видеоролик... Последнего вчерашнего боя. Сегодня продублировал его, по крайней мере, постарался продублировать. Вот, чтобы он никуда не потерялся. Вот, сейчас я, по крайней мере, он лежит здесь. Я его заснял и собираюсь его назвать «У него глазик есть». Или как-то так, короче. Ну, ладненько, а мы пока идем в бой, и нам надо очень огромное количество серебра, потому что нам уже нечего прокачивать, и серебра уже нет. Завтра уже прокачается Випера до 12 уровня, и хотя бы надо 30-40 миллионов до завтра иметь, чтобы ускорить быстренько Випер второй на вот этот шестой примерно уровень и заново его качать. Мы с вами, ребята, идем в бой опять же против всех, очень скучно идти в бой против тех. Давайте сходим режим превосходства. Там все-таки бегают люди с никнеймами. А вот режим против всех скучновато. Но потому что нет никнеймов. А так иногда бывает и пердак подгорает. Но это опять же, когда идет очень хороший комментарий от очень самого лучшего блогера.
Также кибертреник сказал, что блогеры — это те, которые блоги снимают. Блять, идиот. Я снимаю блоги, как я играю в игру. Все, пиздец. Я блогер, блять. Идиот. Кто-то снимает блоги, как стирает трусы. Кто-то снимает блоги, как ползает по горам. Кто-то снимает блоги, как играет в игру. Кибертреник, ты, блять, лучше закрой свое ебло. Оно порой так воняет. Короче, я опять начинаю это говно трогать. Ребята, не стоит. Абсолютно не стоит. Хотя надо, надо. А то он все Глокмана да Глокмана. Когда ж меня-то начнет утюжить? Он же ж обещал меня уничтожить, сучка. А я ему в рот, как говорится, надавал. И все. Заглотил и остыл. А ведь хочется, ребят, хочется. Хочется, чтобы меня прям... прям вот... вот прям расплющил. Расплющил меня этот кибертреник. О, это глазик, глазик у нас. Кыргызстан, Куба. Вот он. Мы наконец-то его взяли в автоприцел. Он пытался уйти домой. И в принципе-то ему получилось. О, ребята, у нас тут аноним 500 рублей задонатил. Обалдеть. Прям во время съемки, господа. Я чумею. Вот это номер, я чуть не помер. Спасибо, аноним. Возможно, он заказал музыку. Но эту музыку мы посмотрим уже на... давайте мы переключимся на режим. Вот. Посмотрим эту музыку уже, как говорится, послушаем эту музыку на стриме. Так что спасибо тебе большое, анонимчик. Почему мои пушки, блядь, не стреляют? А, вот, все. Лопух, Вася. Вот, спасибо, аноним, большое. Ну, блин, реально... вообще здорово. Ну, приятно, ребят, когда есть возможность зарабатывать на любимом деле. Вообще просто обожаю. Серьезно, спасибо большое всем ребятам, всем богачам. Большое спасибо. Ну, а мы продолжим. Гири Фетик, Гири Шмитик. И это, ребята, увы, не гонка за маяками. Я бы им показал. Кстати, почему-то меня, видимо, сзади обошли. Вот, и сзади меня, походу, чпокнули. Ну, это, в принципе, неудивительно в этой игре. Игра Воробоц, она отличается как раз вот этим вариантом чпокать сзади. Гидродрочер меня, ребята, сейчас жестко отымел на пол робота. Это Тоо Астер Бош, ВВТ. Вот, у меня 12,8К, я заметил, возбудителей. И мы, ребят, попробуем этого парня добить. А то он же респанется. И этого парня попробуем застанить. Джордж Скайп, да? Ну, позвоните ему по Скайпу, ребят. Это Джордж. Все мы знаем Джорджа, ребят. Не получилось. У нас есть дракон. И мы, в принципе, уже выиграли. Ура, ребята, товарищи. Вот эта победа была приятная. Прямо заговорился, забалдел, запизделся. И прям не увидел по-настоящему. Прям рекламу предлагают мне прокрутить, чтобы я рекламу увеличил. Маленькое количество вообще прям, ребят. Ну, серьезно. 600 тысяч. Ну, это разве был бой? Это не, это был не бой, да. Разминка, утренняя зарядка. Тут мне предлагают ускорить Випер ДМК-2. Разумеется, я его... ускорять не буду, смысл, ребят, согласитесь, у меня нет серебра прокачивать дальше. Вот в чем прикол. Хочу с вами еще поделиться, что я купил вот такую вот игру. Вот такую вот, ребята, игру я купил. Вот эта игра, тоже фикс прайс. Нет, я ее нашел в другом, в книжном магазине. Кто знает, что это за игра, или вообще может понять, что это за игра, пожалуйста, напишите в комментариях. Вот, и будет очень интересно, если кто-то узнает, что это за игра. Ну, кто-то знает, да, вот будет интересно. А я потом расскажу, если кто-то не знает. Случайно, ребят, я взял робота на виперах, на виперах. Видимо, он взялся автоматически или что-то в этом роде. Здесь у нас же бежит Локи. То есть этот скоро будет количество постоянных вот этих вот
инвизов просто вообще до бешеного состояния будет бесить. Все на инвизах, все блатные будут. И ведь даже не узнаешь, ребята, есть у него... Есть у него там этот... Ну, я думаю, сталкер его догонит. Он будет убегать от сталкера, я его здесь встречу. Пока что получает люлей сталкер. Видимо, дам. Видимо, везде получаем мы люлей. Почему сталкер его не смог побить, я не понимаю. Мне тоже надо себя обезопасить. Перезарядить виперы. Волчара, казак за нас играет. И все меня узнали. Спасибо, приятно, ребята. От души приятно. Спасибо, спасибо. И полетели. Давайте, наверное, в город. А то у нас там уже эскадрилья летит. Вот это очень сейчас будет больно. Бля. Какое-то странное действо. Я лечусь. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Я реально лечился. Почему-то непонятно, как это дело происходило. У нас отжали город. Это вообще просто беспредел, господа. Серьезно вам говорю. Откровенный беспредел. Но у нас все равно три маяка, нам похеру. Нам насрать, братан! У тебя есть глазик! А мне похеру! Вот так вот. Мы отдали им базу, вы представляете? Мы отдали им базу. Они на нашей базе. Ну что за люди, ну? Идиомию хотя бы сними, гнида. Ну, в общем, ничего страшного. Сейчас этого парня изнасилуют. В плане боевом, да? Не в плане физическом, в плане моральном. Ну, как-то так, короче, блин. А я полежу вот туда, куда надо, навстречу с красноперами по левому флангу. И что самое первое я буду трогать, это вот этого хлопца. Прям, или вот этого. А, блин, думаю, что этот хлопец будет трогать брату. Хуй, и прям вот, прям сейчас, прям в уху. Запузырили меня, но это не проблема, потому что я беру Ареса. И сейчас вот так, берем палец и прикладываем к носу. И вот так прямо мы пойдем. Как вот мы прикладываем, так и идем. Спорим, мы не зацепимся. Блять, зацепились. Типа я правой мышкой рулю, да ладно. Идем, 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 там красота. А может помочь? А может не надо выеживаться? Смотрите, какое количество там красноперов атакует. Ну это же беспредел. Такой толпой на одного. Ну что вы делаете? Ну так и хочется этих козлов козлами назвать. Ребят, ну ёлы-моталы. Давай, давай, давай. И вот этого давай. Вот так, вот так. И давай вот этого еще. Кто, кто, кто посмел? Какая морда посмела вообще прям? Пулеметчик сраный. Вот это Адонс. Адонс сейчас стреляет в братуху. И бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Братухи раздолбали все. Остались только ухи. Братуха включает свой гипер-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам режим. И
И все, и мы побеждаем. Прекрасно. Лео зашкварили задницу. Здравствуйте, здравствуйте, волчара, здравствуйте. У нас там есть хлопец, который готов сдохнуть. И, кстати, он почему-то не замораживается. Отлично. И вот тут мне хочется помочь своим прекрасным парнишкам. Прям очень хочется. Опять мы проиграем по маякам. Отлично. Ребята, ну что вы делаете? Ну убейте вы их. Что вы за люди-то такие? Забрал казак маяк. Сейчас спровоцируем на прыжок. Не хочет прыгать, посмотрите. Он сейчас... Ага! Ой, меня тут накрыло волной любви прям. Пацан, давай сдохни и все. Пацан, давай, 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 давай. Пацан, давай, и ты тоже. Пшел нахер отсюда, полно мы тут нечего делать. Опять краснопера и прямо к флангу, прямо... Все время убегают от меня, и мы выигрываем. Ха-ха, ну конечно. Ха-ха. Ну что, нормально, нормально. Победа. Вот это уже более-менее можно назвать боем. Отлично. И третий бой, ребят. Время у нас 19 часов 06 минут. Я запоздал. Понедельник, 30 сентября. Идем в превосходство сегодня. Ниндзяка резиночка. Это резиночки бы купюры. Обвязывать. Вот будет здорово, если она лопнет. Идем, давайте сразу в лоб. Что там сразу, компот? В лоб, пойдем. Давай, 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 давай. Отлично. Вот так, вот так, вот так, вот так. Отлично. Включаем. И, как говорится, уничтожаем. Отлично. Теперь по правому флангу у нас там Пурсуа, видимо. Отлично, его доели. Это не может не радовать. Он маяк забирает, что ли? Сейчас мы тоже идем маяк забирать. Только не глубоко. Давай, 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 Краснодар. Ё-моё, ребята, убегаем! Я хотел прожить на целом роботе до конца семестра. И не получилось, убили. Санёк Краснодар отпиздил братуху. И последний маяк красноперый забирает. Вообще оборзели. Ну ничего святого, нет. А какого хера я сейчас получил люля?
Это был перекрестный огонь, ребята. Я забираю того парня с собой. Прикинемся деревом. Хотя не, надо валить отсюда. Потому что меня уже убить хотят. Не дал ему маяк забрать. Да что ж такое-то, я не понимаю! Это голубые! В натуре голубые! Не хотят выиграть, ну пиздец! Ну другое дело! Сейчас этого парня сожгут, а я заберу пока тот маяк. О-о-о-о-о! Тише, тише, будь! Тише, тише! Прям насколько народу, а он меня вот целит, гад. Ну кто кроме братухи заберет? Ну что вы гоните, ну? Надо идти к центру. Это хреновая резинка стопудово. Да ну нахер, ребят, на смерть, ёпты. Вот так, заднего килл, этого пшик нахер. Все вот так вот, гори, блядь, ясно. Маяк забрали, вообще прекрасно. Вот такие пироги, ребят. И уходим, откуда пришли. Хули, черный плащ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну что, нормально, побеждаем теперь. У нас все мы хорошая голубая команда. Недаром я сегодня хвалил ЛГБТ. Ну так как мы выигрываем, надо идти, наверное, в атаку. АМГ решается все-таки забрать маяк. Но это порожняк. Все прекрасно, господа. Победили мы всегда. Вот такие пироги. Мы навесили пизделей. Это был веселый бой. Кто поспорит тут со мной? Ставим быстрый лайк, братухи. Прилетит иначе в ухо. С вами был Братуха, подписывайтесь на канал, ставьте лалки-дизлалки, оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока!